Мир видимый и невидимый. Под таким названием работает выставка, где представлены произведения художников и искусствоведов Михаила Борозны, Екатерины Кенигсберг, Тараса Кучинского-Парового, Юлии Пешиной. На выставке художники интерпретируют время, то есть они обращаются к настоящему и прошлому, а также пытаются понять, что же такое будущее. Толчком к созданию выставки стала пандемия COVID-19. Состояние неопределенности, когда рушились планы, были отменены выставки, пленэры, участие в проектах, а живое общение уступило место онлайн-формату.